Всем привет, дорогие друзья! Бади вас поприветствовал. Да? Господи! Господи, ребенок! Ну за такое, блин, не грех дать вкусняшку какую-нибудь. На. Просто так ее уже делал. Итак, в сегодняшнем видеоролике я покажу, как я кормлю своих любимых собачек, собственно, натуральной пищей, которая состоит из трех ингредиентов. То есть первый будет ингредиент на мясной основе. Второй ингредиент, собственно, это наши овощи, которые служат хорошей клетчаткой и помогают перерабатывать, собственно, это мясо. И третий у нас продукт. Для увеличения общей массы пищи собак я использую смесь риса, гречки, овощей, фарша индюшачьего и индюшачьих желудков в качестве такого рода гарнира. Вот так это все выглядит и значительно увеличивает порцию для собак. Для начала нам нужно перерезать весь наш рубец на средние кусочки, чтобы нашим собакам было удобно его поедать, собственно. Резать его лучше в замороженном виде, так как он удобно режется, нежели в свежем состоянии. Вот, поэтому для его разделки слегка подморозьте его, небольшой лайфхак, лишним не будет. Перерезаем все 5,5 килограммов нашего рубца в тазик. Перерезали мы 5,5 килограмм рубца вот в такой вот тазик. Дальше нужно его как следует промыть от всякой грязи и впоследствии залить кипятком. Итак, приступаем. Хорошенько его промываем. Грязную воду смываем в унитаз, но осторожно. Далее равномерно заливаем кипятком и перемешиваем. Лишнюю влагу также удаляем. Далее нам нужно помыть все наши овощи. Далее наши помытые овощи натираем на нашей терке, желательно на мелкой фракции, чтобы наша консистенция достигла каши. Конечно же, не забываем накормить остальных членов семьи. Ну, как скажешь. В итоге вот такая консистенция у нас получилась. Перемешиваем ее. И можно добавить по возможности кальций и витамины для наших собак. И начинаем фасовать всю нашу консистенцию. Естественно, все это делаем по весам. А для моих собак на сутки требуется порядка 1600 грамм такой консистенции.
берем целлофановый пакет и начинаем перекладывать всю эту массу в него для дальнейшей заморозки. Я оказался немножко рукожопым и умудрился просыпать все это на стол. Вот такая порция на сутки у меня получилась. В дальнейшем я уже приловчился и виртуозно пересыпал весь корм в этот маленький пакетик. По итогу у нас получилось 4 таких мешка по 1600 грамм каждый. На одну порцию кормления у меня уходит 500 грамм каши с мясом и 550 грамм из этого пакета. То есть в среднем где-то на 3 кормления один пакет у меня уходит. Вот такое количество продуктов у меня уходит на 2 собак на 8 дней. Также вы можете это меню изменять, добавлять к нему мясо говядины и различные другие субпродукты на ваше усмотрение. Думаю, можно это позитивное видео закончить. Всем до скорых встреч!